Эй, Лаз, а что за символ у тебя на плече? Джет. Символ у людей Лазаруса. А, это вроде креста. Ясно. Да, но Джет символ Осириса. Символ смерти и возрождения. Понял. Очень умно. Так, ну насколько вы поняли, я сейчас буду играть за Лазаруса. Монстр у нас очень жесткий, в прошлый раз он нас порвал. Вот. Медиком я особо играть не умею, но, в принципе, основные понятия тут, которые относятся к Лазарусу, это резать. Играем против Кракена. Что-то спугнуло птиц. Должно быть наша цель. Трапер у нас Гриффин. Монстр в поле зрения. Приближаемся, парни. И что умеет наш доблестный медик? Наш доблестный медик умеет стрелять из винтовки. Okay, he won't leave this cave without me here, I guess. Стрелять из снайперской винтовки, которая отмечает отметки на монстре. Отмечает отметки на монстре. Отличная тавтология. Разметка по моей команде. Вперед! Непонятно. И в эти точки можно стрелять, то есть урон будет усиленный. Это примерно то же самое, как у Валерия. Так, монстр рядом. Плюс ко всему у него есть персональный стелс. Ну и главное, конечно, преимущество Лазаруса — это вот эта штука. Рассыпную немедленно! Перчатка Лазаруса. Сенсор распознал злодея! Так, несмотря на то, что Лазарус лечить толком не умеет, он все-таки лечит с помощью целебной вспышки. Целебную вспышку здесь нужно сжать, ну, практически по КД. Сейчас я себя подхилил немножко. Это была мина Банши. Он там. Маскировка включена. Так, идем за нашим Гриффином. Кракен здесь, он наступает! Альбидон, резкий, я должен убить его! Возьмем баф. Получаем вами урон уменьшен, отлично. Сейчас отнеси на меня. Технология во спасение! Мне пригодилась бы помощь! Так, подхилим. Леопарды такие быстрые. There is so many reasons to not pick Lazarus. Так, исцеляющее поле готово. Он, наверное, намекает на то, что винтовка моя не очень. Она действительно не очень, и дамажит, не сказать, что много. Вы там, если будете даже очень стараться, все равно монстру не снесете слишком много. Хотя многие сносят, бывает. Так, наш монстр, походу, сделал дофига умный и ушел опять от нас. Or not. Он перешел на второй уровень. Тираны опасны. Да. Where is he at? Сказал же, что тебе от меня не спрятаться! Как он это делает, интересно? Если он нас сейчас их не убьет, это будет, конечно, не знаю, хорошо или плохо. Ты никогда не будешь нам равным. Так.
как будто у нас элитник, он сдал персональный стелс. Маскировка точнее, не персональный, а массовый. Just need to get a little closer. Арена на подходе! Держите его смирно! No. My harpoon didn't reach, fuck. Sorry. Короче, мы промахнулись ареной. Сказал же, что тебе от меня не спрятаться! Подхилим нашего штурмовика. Заложил мину! The Kraken, man. Исцеление возможно! I'm stuck, I can't climb up. I'm actually stuck. Ага, теперь ты в наших руках! Исцеление возможно! Wow. Я тебя вижу, плотоядный цветок! Тебе сейчас не удастся полакомиться маркой! Пока его броня ослаблена! You got my mobile already off now. Отвали! Не спрашивайте перевод, я сам ни хера не понял. Походу он что-то про мобильную арену сказал. Это поможет тебе продержаться. I'm okay. Выпускаем пыль. Ты в порядке? Исцеляющее поле готово. Сомневаюсь, конечно. Ну вот, я тебя исцелил. Ну ничего, мы тебя подкинем. О, исцеляющее поле заряжено. Возможно, лучше дождаться смерти. Так, Кракл у нас пошел туда. Там наша цель. О, господи. Мне аж страшно, блин, тут молнии все дела. Как будто в каком-то кошмаре. Есть обнаружение. Приблизимся и сделаем нашу работу. He knocked me back. Fuck me. Мне это было нужно. Лучше? Ну, конечно. Блять, где наш Марк уходит? Следуя за падальщиками, мы найдем нашу цель. Потому что пиздить будет то, что его не похитили. Всегда так. Осторожно. Сенсор установлен. Back in the cave, I guess. Если этого было недостаточно, не бойся умереть. Секундочку, я немного занят. Да, у нас есть сигнал! Я тебя исцелил! Угу. На самом деле монстр очень толковый, он меня будет фокусить, возможно, когда будет третьего уровня. Он просто порвет нас. По-любому. Исцеление возможно! Посмотрите на него! О, Jesus Christ! Он прошел мимо сенсора! Get him? Nope. Тут траппер опять Тиран, промахнулся арены. Подальше от воды. Чёртовый. Попался! Ха! Потеряли сенсор! Ага. Сброс дуговой мины. Блин, от мин Маркова, конечно, толку особо нет, когда играете против Кракена. Все-таки он большую часть в воздухе находится. Such a bad job right now. It's okay. But his triple dash, this is so fucking... Ugh. Цель здесь. Fucking... Fucking... Oh. Я с ними разговаривать даже не буду, потому что... Я английский неплохо знаю, но разговорный мир... станет немного безопаснее. У меня ужасен просто.
Это поможет тебе продержаться. Ну конечно. Надо бомбах взять. Исцеление возможно. О, это же отрава. По-любому. Пуля отравляет монстра. Окей. Так, где наш кабет? Исцеление возможно. Where the hell is he? Oh shit. Так, походу дело наш кракен. Сейчас апнется. Gotta help with the buff right here. Perfect, when we have a Lazarus. Офигенный баб, говорят. Здоровье восстанавливается со временем. Well, this kraken is far out of my level as a trapper. I don't even know where he is. No. Probably sneaking around here. I think. There he is. Маскировка. Так, он у нас третий уровень или второго вообще? Цель обнаружена. He's sneaking again in the water. Sneaking in the water? Ебать его в сраку. Going for the cave. I think. Or I'm okay. Going north. Блин, эти слова. I'm okay. Видите? Он там вдалеке, монстр. Ну вот, я тебя исцелил. Сбрасывай арену ему на голову. Он разорвал путы. Yes, enough. Finally. Ты сдохнешь, кракен. Or did he get out? No, вытащите he's in. Меня из этого растения. Готов к усилению. Монстр слаб, бейте по нему сейчас же. Чувствуешь себя лучше? Ну, конечно. Да, теперь мы увидим настоящее разрушение. Так, я свалил. Извергаю молнию! У нас баф на реген, это хорошо. Истекло! В укрытие! О, этот подонок. Исцеляющее поле заряжено. Возможно, лучше дождаться смерти. Меня ничто не сломит! No, 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 don't do it, don't do it, don't do it! Это все, что у нас есть! You're Lazarus, man! Oh, come on, man! Долбоёб! Пристрелите этого кракена! We have Lazarus, why did you revive me? Маскировка не работает! Ха! Тебе не уйти! Cause he is so shitty, lazy, motherfucker! Блять, который не читает, сука, ёбаные туториалы, блять. Yeah, I got everything you said right there. I said that he is suka, don't read tutorials and don't see video where, блять. Ah, he don't know that Lazarus can revive without strikes. Okay, get my dome up now. Sorry for bad English. All we gotta do right now is not letting him evolve. Tyran. Watch out for a tyrant in the water. No. Маскировка не работает. Ну, пацаны хотя бы знают, что такое сука. Маскировка. Damn, he's such a pussy. Он прошел мимо сенсора. Потрясающе!
попался! Well, the sound sticks are doing their work at least. Теперь начнется настоящий бой. Пометить монстра. Отвали! Там у нас есть сигнал. Что это такое? Отстань от меня! Чувствуешь себя лучше? Ну, я его подхилил сквозь барьер. Отличненько. Вау, это не сработало. Исцеляющее поле готово. Так. Немедленно, пока он в западне. Блин, ребятки-ребятушки. Ой, братцы, ребятки-ребятушки. Стреляй по той цели. Монстр уязвим, не упустите свой шанс. Перехожу на мины. Это должно помочь нам. Приступаю. Работа еще не закончена. Медик! Да уж. Огонь по Кракену. Не самое лучшее. Активирована маскировка. Всем быть на счету. Clock is up. Вот. Нашли терпал. Мне нанесли удар, я ранен! Живи! Снова! Вред не причинен. Да уж. Хорошо, пометьте. Он хочет использовать удар молнией! Теперь попробуй меня найти, чудовище. Ненавижу врачей! Я ясно тебя. Врач меня бы сейчас не повредил. Давай, родной, вставай. Время бежать! Воскресни! Он сломал цепь! Маскировка активирована. Ой! Нет! Молния! Исцеление возможно! Пизду! Ха! Тебе не уйти! Лазарус, вставай! Пойдем! Вставай. Ты не можешь отказаться! Усилитель урона готов! Да! Теперь мы увидим настоящее разрушение! Так, исцеляющее поле готово! Отвали! Ты его видишь? Стреляй в ту сторону! Куда ты идешь? Я так не думаю! Потрясно! All played. И мы еще и вышли! Бакет! GG. Ой, шикарно-то как получилось! Всем спасибо за просмотр. Всем пока.